Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение, однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Эти люди любят разнообразие в мелочах, предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква З в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Любимые увлечения владельцев этого имени – занятия домашними делами. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они очень хорошо относятся к детям и животным, склонны заботиться об окружающих. Из них получаются хорошие семьянины. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Обладатели этого имени – выдающиеся творческие способности, глубоко чувствующие, часто излишне сентиментальные, склонные уделять внимание мелочам. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.